Ну что, друзья, всем привет! Как и обещал, выбрались мы за грибами. И смотрите, какие красавцы. Есть беленькие. Немного, но есть. Вот он. Белые я тоже вам обещал. Грибы только пошли. Вот. Немного лисичек собрали. Больше, конечно, красноголовики, подберезовики. Комары нас терроризируют. Ладно, а как это было, вы увидите, если посмотрите этот фильм до конца. Смотрите, друзья, какой красавец. Белый. Как вы думаете? А вон еще один. Татьяна наша. Смотрите, какой. Ну-ка покажи. Вот он. Красавец, да? Подъедем. Тут рядом, значит, еще должны быть. Да, у нас сегодня поход за белыми. Ну, красноголовиками мы тоже не будем брезговать. Ну и как, хороший? Червивый. Червивый? Да. Сейчас мы снимем этот. Так что смотрите, будет интересно. Смотрите, друзья. Просто огромный, красный. Смотрите, какой. О, это вообще бомбический гриб. Просто, вот смотрите, нож поставлю рядом. Просто огроменный. А, как вам? Вообще. Огонь. Вот еще спрятался, смотрите. Друг красавец. Красноголовик. Мы его сейчас срежем. Оп. Смотрите, отличный. Вот этот наш. Здесь, смотрите, еще подберезовичек стоит. Вот, друзья, смотрите, лисички. Вот они. И тут прям муравьиная дорога. Видите? И тут же прям лисички. Вот они спрятались. Шикарно. Тут же прям федерация. Федеральная трасса муравьев. Вот они. Вот лисички. Красотень. Вот. Идут к муравейнику. А вон там вот, друзья, находится муравейник этих муравьев. Ребят, смотрите, какой красавец. Рядом, правда, старый, сгнивший, а этот, смотрите, смотрите, просто, просто бомба. Ай, боровичок. Я же обещал белые. Вот они. За этот боровичок лайк ставим. Ладно, ходим, бродим. Белые грибы находим. Ребят, смотрите, очередной красавец. Супер. Только появился. Как вам? Лайк. Ладно, берем. Ну вот, друзья, очередной белый гриб. Вот. В ямочке прям. Вот он. Класс. Ладно, ищем дальше. Смотрите, друзья, он спрятался от меня. Увидел я его далеко. Вот он, красавец. Душу отводим, тихая охота. Смотрите, ребят, какой красавец. Я не все снимаю, подберезовики, ну, не крупные попадаются. Вот, смотрите, там еще. Вот, сидит. Комары едят. Вообще безбожно. Вон. О, смотри, тут поляна целая.
перед тобой вот. Да, смотри. Раз, два, три, четыре. Вообще. Вообще красотень. Эти два светлые, главное, а те два темные. Земляники тут море. Вон там еще стоит дальше один. Вон два штучки стоят, смотри. Тань. О, видишь? Причем рядом сыроежка и этот. Ага, вон ты пропустила. А я тут смотрела. Ладно, собираем. Кто-нибудь увидел его, ребят? Смотрите. Вот он. Красавец. А? Стоит. Вот второй. Смотрите. Красавчики. Потихоньку собираем. Ладно. Смотрим дальше. Смотрите, ребят, какой красавец, а. Вот. Пару лисичек нашли. Вот еще очередной подберезовик. Давай, связай. Чуть-чуть червивый. Вот. А здесь у нас маслята сидят, вон, семейство. Вон, смотри, сколько их. Ага. Сейчас Таня будет собирать маслята. Она их любит. Пусть собирает. А мы пойдем поищем более благородные грибы. Железяку тут нашел. Маслят очень вкусный, ты что? Зря. Попробуем. Смотрите, ребят, какой красавец. Огромный. Смотрите, ребят, это вот тот вот предыдущий. Смотрите, это вообще бомбический. А вон там спрятался еще один. Вот он, красавчик. А? Это вон тут маленький. Да, я его снимаю сейчас. Вообще красота. Ребят, еще один. И сейчас Татьяна покажет вам во всей красе. Похоже, крепенький и чистенький, чистейший. Просто. Вот. Вот еще один. Этот у нас ножка изъедена. Изъедена? Угу. Да, червивый, к сожалению. Ну, бывает. На раз. На прикормку. Птичка, кому еще? Ребята, это вообще клондайк. Смотри, 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 смотри. Супер. И вот вообще стоит банда. Дали, молодцы, ребят. Вот. Я их увидел вообще. Вот они. Супер, вот. Еще один. Здесь дальше, наверное, еще есть. Давай. Ну-ка посмотрим. Вот с этого начинаем. Начнем с маленького, да? Да. Маленький. Вот он какой красивый. Немножечко. Немножко его поели, наверное, да? Да. Ничего страшного. Передвигаемся. Да, надо. Фото. Фото на память. Прям банда из пяти штук.
вот Татьяна. Начнем с самого большого. С самого старшего брата. Чистенький, хороший. Да? Ага. Крепенький, чистый. Ад. Относительно. Нет, больше чем не. Вот, шляпка чистая. Шляпка чистая. И? Ну, этот вроде чистый. Да. Вот они. Вот они. Красные шляпы. И последний, самый маленький. Вот. Чистый. Вообще. Класс. Ищем дальше. Вот. Татьяна залазит у нас. Самый главный грибник. Оп. Чистенький. Подосиновик. Подосиновик, да? Шляпка. Шляпка. Только шляпка. Ведерко наше наполняется. Вот еще один. Вот еще один. Вот, мы поели. Погрызли. Одни шляпки только. Не хватает влаги еще, чтобы быстро вырастать. Вот очередной красавчик. И сейчас он покажет себя во всей красе. Ну и как, нормально? Все живо. Как всегда, ножки мы съели. Оставляем шляпку. Не забывайте подписаться, поставить лайк этому видео, написать комментарий, кто как открыл тихую охоту. И всем удачи. Пока.